Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И, в принципе, как я говорил, мы, ребят, начинаем играть в Battlefield 4. Купил я вот эту игру сразу с премиумом, и, в принципе, мне действительно вот эта игра очень нравится. Сейчас, может, я немножко сделаю еще потише, то... Ай, так. Ну да, в принципе, я думаю, нормально. Итак, ребята, что я хочу сказать? Ух, сейчас сначала давайте там вертолет. Ребята, что я хочу сказать? Сейчас я играю один, да, так как, в принципе, мне пока что не с кем играть в Battlefield 4. Если вы действительно знаете играть в Battlefield, если у вас есть Battlefield, если вы, в принципе, в него играете, да, то пишите мне ВКонтакте, мы обсудим что да как. Если вы, в принципе, адекватный человек, то можно, в принципе, и поиграть, да? Ну, ребята, как бы, вот это первый раз, да, я играю в Battlefield 4, как бы, на съемку, да? Первая серия, можно так сказать. И, в принципе, может вы заметили, может нет, у меня, как бы, уже 10 уровень, я купил себе батлу. Ну и как бы уже играю в нее немножко, и уже как бы набил 10 уровень, да. Но то, что я еще хочу сказать, я еще небольшой про, как, ну, не то, что про, а... Ай-я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 й
4, так как я, можно сказать, еще не очень так не все в тактике, да, и вот это все, как вот это играть. Так что, ребята, если я буду немножко тупить, может иногда так, и еще что-то там делать, немножко как бы, да, действительно тупить, то не очень так судите, так как я действительно не очень долго играю в Battlefield 4, да, я думаю, вы поймете. И поэтому, в принципе, ребята, я думаю, можно все-таки можно поиграть, может... Потом еще с кем-то поиграем, если, конечно, найдем с кем поиграть. Но сейчас вот туда я не хочу идти, так как там народа просто дохренище должно быть. Фиг его знает. Ну, в принципе, сейчас мы пойдем. Во, уже там один был. Да, ну, в принципе, сейчас я еще немножко тише сделаю. А то мне кажется, слишком уж шумит. Ну, не шумит, а как бы слишком уж громко, да? Так, давайте пойдем сюда. Ух, там танки, вот это все. Давайте мы куда-то вот сюда обойдем. Да. Ну, в принципе, говорю, ребят, недолго я играю, так что еще как бы саму тактику, да, игры не очень так вникся, что как бы уже уже сам как бы знаешь, да, куда. Ну нет. Ух! Ух, ни хрена себе, сколько вас там было. Ну, не то, как бы, тактику самой игры еще не очень так знаю, да? Поэтому, ребята, тут что, ни на ком заспавниться нельзя в центре, да ну нафиг. Давайте вот хотя бы, во, отлично. Вот, так уже, мне кажется, более-менее так звук потише, да, сделали и... Не так уж громко мне. Так. Первая помощь, забирай! О, ствол открыли. Кстати, действительно, сейчас нужно будет поулучшать оружие вот это. То я уже немножко там как бы не улучшал. Сейчас нужно будет улучшить. Во-во-во-во-во-во. Вот крысяки, вот такие меня, ну, просто нереально бесят. Ладно, давай.
Сейчас, где мы... Во, отлично, можно тут заспавниться. Вот тут всегда на крышах сидят. Целую игру буду там сидеть и сидеть. Это бесит, если честно. Ну, в принципе, что сделаешь? Так, там, походу, сейчас сзади будут сюда бежать, как я понял. Как там нормально так людей было, я видел. Вот, уже одного убили. Сейчас. Ваша команда усилена. Да ну нахрен, да твук. 9 хп. Да ты че, издеваешься, твою мать? Во капут. Ладно. Итак, можно как бы считать, да, первый раз мы играем на съемку. Так что, в принципе, сейчас мы попробуем. Ну, поиграем. Точнее. Так, идем мы, идем мы, идем мы, идем мы. А, опять забыл улучшить. Ну, модернизировать пушку. Ну, в принципе, уже открыл я М416. Офигенная пушка. Ну, в принципе, да, я думаю, что прикольная пушка, но может потом я ее поменяю на какую-нибудь другую. Мне так кажется. Да сколько вас там? Охренеть. Ой, граната. Так. Побежим вот сюда. То там позаседали, наверное. Так, тут кто-то. Тут, походу, нет, там кто-то все-таки да есть. Ох, там танки, нет. Танки нет. Да твою ж мать, да 30 человек там бежит, и ты именно в меня стреляешь. Ух, твою ж мать. Давайте хотя бы позитивный счетчик себе сделаем, да, чтобы, в принципе, для первого раза. Хотя давайте немножко туда побежим, или нет. Так. На крыше, походу, пока что никого. Но там, в принципе, всегда куча народу. Так, вот эту точку уже отбирают. Вот. Этого. Мы только что поразили цель эхо. Так, там никого, походу. Идем мы, идем мы, идем мы вот сюда куда-то. Да где вы вообще? Иногда, короче, позаседали где-то и сидят там. Легкий броневик скоро будет на земле. Ладно, сейчас мы сюда пойдем. Опять, да, твою ж мать. Вот Battlefield — это такая игра, которая... Ты можешь бежать, 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 сзади тебя никого не будет. Пум, секунда прошла, сзади тебя уже 30 человек. Ну, в принципе, это как бы спаун такой, или тактика, как бы такая игры, схема, да, что никого-никого, и бум, сзади тебя появляется, или спереди тебя, или еще где-то. Садитесь, поехали! Не знаю, это всегда так, поэтому фиг его знает. Ух, сюда будут сейчас куча народу бежать, как я понял. Как там уже, в принципе, куча. Так что давайте мы, может, куда-то вот сюда спустимся. Держи свою аптечку, чувак. Так.
Ух, там танки. Нет, туда мы не идем. Пойдем и, наверное, лучше вот сюда. Походу, сейчас вообще куча народу сюда бежать будет. Да откуда? Ну смотри на эту капут. А, иногда действительно, иногда пик его знает. Вот такие крысы бывают, что сдуреть можно. Он просто стоят на одном месте и... Я понимаю, что это у каждого как бы своя тактика, да? Вот крысы, вот... А, ладно. У меня тут твоя аптечка, парень. Сейчас. Отлично, этого убили. Так, там еще кто-то сейчас должен быть. В принципе, там куча народу должно быть сейчас. А, да как я не заметил, что у меня патронов нету? Вот это я нереально затупил, ребята. Действительно. Ну, просто первый раз, как бы, играю на съемку Battlefield 4. Ну, в принципе, ладно, я уже говорил. Ну, что-то я действительно затупил. В принципе... Да бежи ты уже! Опять! Крысяки под... Ну, смотрите. Твою ж мать, где же тебе такого наш... Ух, я бы сейчас высказался вот этому... Иногда идет игра, иногда идет игра, но вот крысы... Ну, в принципе, фиг его знает, ребята. Просто действительно, иногда такие крысы бывают, что просто сдуреть можно. Так. Ну и где тут все? На карте... Такая куча, а тут что-то вообще никого нету. Опять. Давай я тебе помогу, вот аптечка. Так. Сейчас мы подлечимся. Там, походу, никого. Отлично. Так. Вот там у нас бежат. Ладно, идем мы сюда. Ну, в принципе, счетчик как бы позитивный, да, и так можно сказать, для первого раза. Сейчас тут еще, там еще. Меня прочитай. Так. Это главный. Получено повышение. Где мы, может, вот ту точку захватим или фиг его знает. Вот там, на крышах уже опять куча народу, походу. Или нет? Ладно, давайте туда полезем, проверим, что да как там. Нет, походу, толком никого и нету тут. Ну, не знаю, ну и есть иногда куча народу в одном месте, есть иногда вот прячутся где-то или фиг его знает что, но вот так получается, что почти что никого нету. Вот, опять. Да твою ж мать, ох.
Да, что-то я туплю немножко. Ну, в принципе, крысы есть крысы, как бы. Как бы тут всегда так. Ну, везде, в принципе, так, да, что ли? Ну, просто тут, говорю еще раз, тут бывает такое, что нет никого, через секунду за тобой целый... 20 человек спавнится. Вот это действительно немножко бесит. Тут еще и спам такой иногда бывает, как бы. Да ладно. Так. Тут, походу, сейчас... Ни хрена себе, сколько тут... Ах, твою ж мать! Нет, вот сейчас я что-то нереально просто туплю. Крысяки... Давайте пойдем опять на те точки и попытаемся еще бы хотя немножко поубивать кого-то. Ну, в смысле, не немножко кого-то поубивать, хотя бы еще немножко счетчик свой поднять. Внимание отряду! Вы получили повышение. Так. Там у нас еще кто-то есть. Так. Отлично. Так. А то позаседали тут. Заразы. Да, сзади, ну, в принципе, да. Ну, в принципе, хотя бы немножко подняли свой счетчик, ребята. Так. Давайте, может, снайпака возьмем. Или нет? То, что просто сейчас фиг где-то вот тут заспавнюсь рядом. Не, давайте вот тут заспавнимся. Ну, счетчик, ну, в принципе, позитивный, да, но... Еще раз говорю, ребята, первый раз, да. Потом постараемся... Немножко ну как бы не подучить тактику хотя бы, да? Немножко так. Потому что действительно недолго я играю. День нет, но. Не знаю. Так. Потом действительно, может, еще с кем-то даже поиграем. Если кого-то найдем. Так. Там кто-то есть? И где ты? Вот тут он был, ну убили, да. Так. Тут еще может да кто-то и будет. Бля, я не специально, извиняй. Вот, давайте еще может успеем вот на эту точку пойти. Ни хрена себе. Так,
Не знаю, успеем ли мы еще хотя бы кого-то. Вот аптечка, парень. Так, вот запалили нас, и вот жопа нам сейчас. Ах, ну капут залез. Вот этот, да просто залез как-то так, хрен вылезешь. Ну, в принципе, ребята, первый раз мы сыграли, счетчик такой, в принципе, позитивный, можно сказать. Иногда я тупил немножко, но, в принципе, ребята, говорю, первый раз в Battlefield играю на запись, как бы, да. И, в принципе, ребята, я говорю, будем играть в Battlefield 4. Кому нравится, ребята, ставьте лайки. Может, потом еще с кем-то поиграем. Ставьте лайки, ребята. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Всем пока.